Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, в студії з вами Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Друзі, це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами», тож можете долучатися до нашої компанії 233-2011, код Запоріжжя 061, студійний телефон, або ж приєднуємось до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. У місті тривають заходи з регулювання чисельності собак та котів гуманними методами. Кілька років поспіль діє програма поводження з тваринами у місті Запоріжжя, яка передбачає вакцинацію від сказу, стерилізацію та обов'язкове чіпування. Її реалізація є одним із завдань КП «Побутовик», яке входить до сфери управління інспекції з благоустрою, йдеться на офіційному сайті Запорізької міської ради. Отож, як саме реалізується програма поводження з тваринами у нашому місті і чи можливо здолати таке явище, як безпритульні тварини, винятково стерилізацією, будемо дізнаватися сьогодні. З нами в студії Анна Цяюкова, начальник сектора із захисту тварин КП «Побутовик». Вітаємо вас. Здравствуйте. Та Дмитро Мисак, директор ветеринарної клініки «Ветмір». І вас вітаємо. Здравствуйте. Отож, почнемо все ж таки з програми поводження з тваринами у місті Запоріжжя. Що саме вона передбачає? Программа предусматривает, в первую очередь, это сокращение численности бездомных животных. По окончанию программы, которая это будет период 2022 год, обязательное построение муниципального приюта. Также в программу входит создание выгула территории для выгула животных в каждом районе, ну и предусматривает также просветительскую деятельность для детей, а также для взрослых, и также обязательная регистрация домашних животных. Скільки зараз в місті безпритульних тварин, чи є така статистика у вас? К сожалению, статистики нет. Более 2000 животных 100%. Это имеется в виду собак. Кошечек очень сложно посчитать, потому что они живут в подвалах, то есть в труднодоступных местах. Чи з попередніми роками можна якось порівняти, збільшується популяція чи зменшується? То, я думаю, будем надеяться, что уменьшается, так как только по нашей программе стерилизовано более 3000 животных, то есть, естественно, уже уменьшилось на несколько десятков тысяч щеночков и котят. Ну, я думаю, что по окончанию программы то, я думаю, уменьшилось. Конкретно. Должны были все это заметить. Ну, я лично точно заметил, что их стало меньше. Вот вспомните 3-4 года назад, сколько их было, ну, на каждом шагу, и сейчас их реально меньше. Через збільшуються операції стерилізації у вас? З годами по количеству? Ні, ми йдемо как бы вот одним темпом. Нам виділяють определенное количество денег, ставят определенную задачу, и мы четко вот с ней справляемся. Просто мы, если бы захотели увеличить, ну, могли б чуть-чуть еще, ну, на самом деле там не все так просто. Скільки коштує більше стерилізація однієї, наприклад, собаки? Можна ось визначити таку ціну? 1200, ну там 1100 з чим-то, по-моєму, гривень, якщо не ошибаюсь. На одну? На одну собаку, да. Ну туди входить цілий комплекс услуг. Входить осмотр перед операцією, операція сама, стерилізація, кліпсування, чіпування, вакцинація, сутки передержки. Ми ще слідимо за ней сутки. А що саме дає чіпування і що буде, якщо втратиться цей чіп? Ну, втратиться – це практично нереально, його можна тільки вирізати, тому що він знаходиться під кожею. Він дає ідентифікацію. Допустимо, во-первых, собака привита від бешенства. Якщо вона в течение там, какого-то періоду, да, ну, считається год-два, вона не може заболіти бешенством. Тобто, якщо вона покусає теоретично, да, вдруг, какой-то причине, там, ну, наступили на хвост, там, ну, різні ситуації бувають, да, там, і можна буде перевірити по чіпу, що вона вакцинирована від бешенства, і чоловік може не переживати по цьому поводу. Плюс це сама ідентифікація, то, що ця собака простерилізована. Потому что клипса, она пластиковая, ее можно зацепиться за забор, где-то там потерять, она ненадежная. А чип есть чип, он вечный. Да его влаштовуются тварины? В смысле? А, он чип находится под левой лопаткой. Под левой лопаткой. В каждой ветеринарной клинике есть на сегодня сканер. Это не супер какое-то там дорогое устройство. В принципе, я думаю, что оно должно быть вообще там многих, ну, там, может, у милиции должно быть. В принципе, это не проблема. В любую клинику бежащих сейчас достаточно подъехать, можно и отсканировать животное.
А в рамках програми вже скільки собак стерилізували і скільки ще планується? Ой, не готувався, не почитував, але більше 3000, наверное, в общем животных, да? Да, в общем. Ну, напополам. 1500 где-то собак, 1500 кошек. Да, они где-то на уровне идут. Это только женский пол. Это суки и кошки. Да. Женських. А як відбувається саме процес відлову і як ви вирішуєте, куди саме виїхати, де знайти собак? Ми, то є, місце для отловів практично не ищем, этим займаються доброжелательные люди, которые не безразличны к животным бездомным. Все осуществляется по обращениям граждан. То есть в основном мы это делаем, совмещая все по районам, то есть в этом районе, допустим, на один день мы едем там на Бабурку, зеленый яр, то есть и собираем определенное количество, сколько вмещается, скажем так, в наш автомобиль собачек и кошечек. На следующий день возвращаем их в среду обитания. То есть спасибо гражданам Запорожья, то есть немножко облегчили. Мы не ходим ни по углам, ни по домам, ни в каких-то посадках не ищем. То есть спасибо нашим жителям Запорожья. Що робити нашим слухачам або глядачам, які ось почули інформацію, що вони в першу чергу можуть посприяти тому, щоб стерилізували тварин, які знаходяться біля їхніх будинків. В першу чергу вони можуть обратитися по телефону мобільному 067 807 0373 в робоче время з 8 до 17:00, крім суботи і воскресіння. А якщо ж увидели там, ну, в вечірнє время суток, у нас є страниця на Фейсбуці, КП Побутовик так і називається. Можна в личному сообщенні указати, де знаходяться собаки, яке количество, контактний номер телефону. В случае, если мы, по каким-то причинам собаки ушли, то есть, чтобы они могли нам сориентировать, где они находятся. Хотів би ще нашим слухачам нагадати, що обов'язково телефон будемо нагадувати, куди ви можете звертатися, тож готуйте папірці і ручки, і обов'язково записуйте. Сама процедура стерилізації, наскільки вона складна для тварини і чи можуть бути негативні наслідки? Конечно, как в любой операции, как и у людей, у животных, абсолютно любой операции могут быть осложнения. Первое, самое важное, это наркоз. Это индивидуальная непереносимость каких-то, да, составляющих наркоза, действующие вещества. Ну, если взять тут самое такое, ну, программа, она немножко вот сейчас идут к 2022 году, да, вот должна быть в итоге в конце там городская какая-то серьезная организация, да, как это в Харькове, допустим, предусматривает, нам привезли бездомное животное, у нас даже нет времени его прообследовать, посмотреть, ну мы не знаем, возраст мы, да, примерно определили там, нормально, проходит там не 20 лет, да, скажем так, визуально животное нормальное, но какие-то хронические заболевания, печень, почки, мы же не знаем этого. Не знаем, проверить этого не можем. То есть, грубо говоря, это постоянный риск. Это постоянный риск. Тьфу, слава богу, как бы статистика очень хорошая. Я когда шел на эту программу, думал, будет побольше негативных ситуаций. У нас всего-навсего 0.5%. Это летальных исходов. Ну и там были какие-то там процентика полтора, которых нам приходилось подлечить. Мы их лечим просто. Потому что бывает, они поступают. Ну, чтобы понимали, такие иногда ситуации бывают, когда животное поступает, на нем штук 50 клещей, и во время наркоза с попы глисты сыпятся. Потому что животные разные бывают, с разных мест привезенные. На рынках, да, их кормят, за ними ухаживают, но никто же там не занимается, их не глистит, не обрабатывают, нет блох, нет клещей, к сожалению. Поэтому осложнения бывают, мы с ними боремся, мы уже как бы уже отработали, уже знаем, уже если видим клещей, сразу колем сыворотку, сразу колем поддерживающие для печени, то есть стараемся максимально это все как бы снивелировать. Якщо людина, наприклад, підібрала тварину з вулиці, чи може вона принести до вас, сказати, що ця тваринка з вулиці, просто хочу її залишити вдома, і чи може вона безкоштовно стерилізувати? Ну, это программа бесплатная, только к нам лично нет. Мы принимаем заявки только от КП Побутовика. То есть лично, вот еще люди, пожалуйста, услышите, да, что клиника «Ветмир» не может записать и не может принять решение клиника о стерилизации. Клиника «Ветмир» может направить к нам по номеру телефона, а запишутся и обязательно на... Потому что люди слышат, и у нас тоже телефон красный, мы всем передаем телефон КП Побутовика, люди бывают, там, да, обижаются, конечно, очень ругаются. Много случаев, и по
подбросили собачку, приблудилась кошечка, очень много, хочу оставить себе, к сожалению, и не к сожалению, я даже скажу, что очень хорошо, что люди, подбирая или приютив к себе собаку или кошку женского пола, они сразу обращают внимание на стерилизацию. Возможно, если бы у нас стерилизация была намного доступнее по ценам, возможно бы каждый хозяин это делал, потому что это очень, скажем так, хорошая процедура, чтобы не было котят потом в мешках, на мусорках и тому подобное. То есть и хорошо, что вот люди, подобрав, сразу понимают, что там в полгода она начнет гулять и два раза в год начнет гулять. То есть, во-первых, это проблематично. Кошечка плачет, ходит, трется. За собаками ходит куча кобелей, то есть собираются стаи. Ну и спасибо, что да, люди обращают на это внимание, подобрав, они сразу записываются на стерилизацию. Уже даже щенков подобрав. Стерилизация вообще проводится полугода, котят и щенят. Поэтому они уже заранее, вот мы записали за 4 місяці, полгода ми вам наберемо. Вот так от. Чи перевіряєте, наприклад, що це насправді домашня тварина і господаря просто хоче зекономити? Ну, на самом деле, оно видно. По телефону я, конечно, это все на доверии. По телефону я задаю вопрос, породистая ли собака или кошка. В клинике уже, когда принимают животное, они уже видят, это сиамский, либо овчарка, либо такса. Поэтому ну, все да, на доверии. Да. А в основном, да, это бездомные, есть и метисы бездомные. Но, опять же, выкинуть же могут и овчарку, выкинуть могут и породистого животного. Очень часто мы с этим лично сами даже сталкивались, что на остановке сидит красивый белый там какой-то сиамский кот. Ну, поэтому кошка даже. Поэтому, ну, тоже ж выброшенная. Ну, как бы отказывать категорически мы не отказываем. Больше смотрим на того, кто привел это животное. Привела его там бабушка, либо, да, там молодой человек. Там, ну, видно, да, человек заводчанин, да, либо если кто-то приедет на 600-м Мерседесе с цепочкой в палец, скажет, простилизуйте нам. Ну, даже подобранного животного. Мы улыбнемся, конечно. Не, ну, мы, не, может быть, и не откажем. Ну, да, это таких ситуаций, конечно, человеческий честно, фактор, их нет. Да. Их нет, таких ситуаций. Их настолько, в основном, все настолько построено. У нас в городе очень много волонтеров, которые сотрудничают с КПП «Путовик». Они все друг друга знают, они знают, где эти животные. Они как-то там делают списки, пишут. То есть это такое же настроенная машина, что я не думаю, что кто-то тут будет. Просто, в принципе, ну, если бы выделялось из бюджета намного больше средств, можно было бы, я понимаю, что не у всех есть деньги на стерилизацию той же кошечки, там минимально там у нас есть где-то по 300 гривен делают. Я понимаю, что у пенсионеров нету денег, ну и вообще у которых просто, ну, это большая сумма денег для каждой семьи. Если бы выделялось больше денег и средств, можно было стерилизовать и домашних. Но, к сожалению, каждая вот, даже тот, кто придет с домашней кошечкой, у кого есть средства, они уже заберут место для бездомного животного, которое родит в том же холодном подвале и где котятки будут умирать от голода и холода. Поэтому, ну, это человеческий фактор. Если человек хочет просто сэкономить, ну, ми не зможемо це відрегулювати, к сожалению. Друзі, як ви відноситесь до стерилізації? Можете телефонувати, студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061, і відповідати на це запитання. Або ж, можливо, ділитися думками з приводу сьогоднішньої нашої теми. Також не забуваємо про YouTube-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Отож, після стерилізації все ж таки за твариною треба доглядати, так? Якщо це бездомна тварина, хто це робить? Кто доглядает? Ну, в основном опекуны. Мы во время стерилизации собаки, у нас есть договоренность вот с КПП «Путовик», у них есть какой-то такой внештатный, да, штат людей, да, так назовем их, которые помогают в этой программе. Если животное попадается проблемное, то есть мы видим, что есть проблемы, серьезные проблемы, и оно требует ухода, мы не можем, оно у нас сутки. Ну, либо бывает, мы оставляем его за счет своего предприятия на какое-то время, если там очень серьезно долечим. Если есть возможность, то мы это же животное оно идет дальше под контроль. Мы расписываем четко лечение, что надо проколоть, как надо пообрабатывать, что надо проследить. И животное идет под просмотр опекуна. Ну, опять же, их берут же со дворов, да, где-то с рынков забирают. Люди, которые подают заявку, если люди там адекватные, Аня связывается с ними, звонит, вы сможете там пообрабатывать, там, ну, вы сможете там то-то, да, сможем, все хорошо. Люди сами тогда, кто подавал заявку, следят за этим животным. Я даже скажу, что как бы
бы не звучало это громко, но у нас в городе нету бездомных животных, потому что каждое брошенное животное, оно же не питается солнечной энергией. В любом случае его кормят, и кошечек, и собачек. В любом случае новая собачка где-то появится, кому-то ее жалко. Человек не может ее к себе приютить, поэтому все животные накормлены, у всех есть водичка, и человек уже, не осознавая этого, он берет на себя ответственность. Естественно, если собачка будет болеть, а человек будет кормить, он же не будет не беспокоиться о нем. Поэтому в любом случае этот человек, который даже ведет запись на стерилизацию, он уже, скажем так, берет на себя ответственность опекуны. В дальнейшем. Мы их называем опекунами. Кураторы, опекуны. Поэтому говорить, что бездомное животное, нет у нас бездомных животных. Ни одна стая, везде есть бабушки, есть женщины, люди доброжелательные, которые беспокоятся о животных. Якщо тварина агресивна, господаря, принаймні хтось там в будинку хоче стерилізувати, як йому бути? Тварина не підпускає до себе. Отлавлювати. Вызывать нашу бригаду, обращаться по телефону и отлавливать, да. Опять же, агрессивная собака не ко всем агрессивная. Кто-то поднял на нее камень, кто-то буцнул, она на него рыкнула. Я вам скажу, ни одна агрессивная собака не на всех агрессивная. Все вот эти, может сейчас полетят в меня куча камней, неоднократно вызывают на агрессивных собак. В итоге мы приезжаем, полдома любят эту собаку, холят, лелеют, лечат, кормят. Полдома мы против этой собаки. Вот эти полдома и гладят, и ухаживают за ней. То есть в любом случае есть контактное лицо. Опять же, тот человек, который кормит, может ее прекрасно подвести, погладить. Не надо ее запугивать, гоняться за ней. То есть, в принципе, в основном понятно, собака сама чувствует, что не все собаки согласны, конечно, садиться в машину и вилять хвостиком. Они не знают, что это не прогулка для них такая веселая. Поэтому мы обязательно просим человека, который кормит, либо обращающийся человек, который, вот агрессивная собака, обязательно найти контакты человека, который кормит. Это бабушка, мужчина. И мы с ним созваниваемся. Естественно, я очень редко, это 1% людей, которые против стерилизации. Они всегда с нами сотрудничают, помогают. В первую очередь, это должна быть ненакормленная собака. То есть мы просим не кормить и путем приманки уже отлавливаем и забираем в клинику. Пане Дмитро, після стерилізації змінюється характер поведінка тварини? Да, как правило, змінюється. Во-первых, если собака не у собаки, когда рожает, она всегда защищает щенков своих, да, свою гнездо. У них уходит вот этот инстинкт защиты гнезда, защиты щенков. Даже если нет у нее щенков, все равно она как-то у нее есть инстинкт защиты. После стерилизации они становятся гораздо мягче. Вот в этом плане гораздо дружелюбнее. В этом да. Для того відсотка людей, які все ж таки проти стерилізації, що б ви їм сказали? Які позитивні плюси цієї процедури? Наскільки це гуманно? Так. Это только плюсы. Во-первых, то, что уменьшение популяции, для города, для них же самих, это первый плюс. Второй, для здоровья самой же собаки, потому что по здоровью это бьет прилично. У них многих бездомных собак, если она не молодая, у молодых еще более-менее нормально, если собака взрослая, у них проблемы по-женски уже там достаточно серьезные, через которые они могут через год-два погибнуть. Второй плюс, агрессивность. Третий плюс, нет стаи. Четвертый плюс. Единственный минус, это тот самый, что за ней действительно надо будет, возможно, если она какая-то была проблемная, какой-то период времени, несколько дней поухаживать после операции. То есть на человека ляжет эта обязанность. По сути, из негатива. Какой-то же 0,5% все-таки, не без этого. Бывают какие-то индивидуальные, как и у людей, непереносимости. Благо, медицина сейчас очень хорошо развита, мы в основном все стараемся это купировать. Что включает догляд после операции? Обработка швов банальная. Банальная обработка швов, потому что швы и швы, они саморассасывающий материал, мы шьем так, чтобы к нам больше не надо было животное вести это, естественно. Но животное может его, оно же не понимает, может разлизать их. То есть банально есть в этом проблемы, иногда они их разлизывают. Но тоже, опять же, это не критично, потому что там 3 этажа. Шьются мышцы, шьются подкожная клетчатка, шьется кожа. Они могут разлизать только кожные. Ниже они уже, конечно, туда в жизни их не разлижут. Это требует ухода, обработки какими-то мазями. Есть такое. Все от характера зависит. В основном они не трогают, а кто-то разлижет. Додатково це ці мазі і інші, щоб обробляти
що ви потрібно... Все одно, да, ми можемо допомогти, ну, в цьому проблем немає. До програми цього не входить, це докупляти да. треба. Ну, це, якби, теж вважається ускладнення. Якщо треба, ми без проблем людям, люди приїжджали к нам і брали, це масло Левомиколь, вона, по-моєму, стоїть, ошибаюсь, около 12 гривень в аптеці, це не є проблема, цього тюбика хватить на... з головою. Щодо програми поводження з тваринами у місті Запоріжжя, яка, як ви зазначали, діє до 2022 року, на якому етапі побудування притулку? Чи дійсно це реально? В самому кінці. От к концу 2022 року він должен уже бути. А щодо території вигулу? По території вигулу займаємося от буквально в цьому році. Уже всі райадміністрації подали території. Остається тільки средства. Опять же, банально, все просто. Просто фінансування. І в кожному районі будуть території. Хто, пока, може, хто визначав ці території? Якось громада до цього приєднувалась? Ну, сюди входять земельні ресурси. Тобто архітектура і земельні ресурси повинні... Там є определені критерії. Нахождения этих территорий. Мы дали запрос, и каждый район в городе определил, где может находиться эта территория для выгула. Занимаемся в этом году, очень планируем. И, скажем так, это полезное действие в нашем городе, потому что не все хотят, чтобы собачки гуляли по детским площадкам, по паркам. Поэтому, ну, к сожалению, одной территории на районе будет мало. А взагалі ця територія приблизно 100 на 100 метрів і все. Не можна розподілити, ну, в кожному районі по-разному нам виділили. Да, все по-разному. Ну, вона повинна знаходитися там. Це не 10 на 10 метрів буде, нет, що... Ні, надіємося, що ні. Да, ну, в кожному районі по-разному. Вот так от. Щодо просвітницької роботи, що себе включає вона і що ви розповідаєте, можливо, дітям, можливо, їх батькам про те, як виховати в собі гуманне ставлення до тварин? Да, ми проводимо уроки доброти, проводили, поки не було карантину, в школах 6-х і 7-х класах. Що входить, ну, ми, в основному, ми не рассказываем о стерилизации, потому что это незнакомое слово для детей до 10 лет, скажем так. Мы, у нас есть младший сотрудник, собака Сара, породы хаски, она приходит с нами, и мне кажется, на этом уже урок доброты как начался, так и закончился. То есть все хотят именно Сару, именно такую собачку. То есть, естественно, люди, даже, ну, увидев, дети, увидев эту собаку, уже у них проявляется и доброта, и тяга, вот, вот именно любовь к животным. Я скажу, даже и люди, приведя живого, скажем так, ну, живую собаки в школе, как бы они там не любили, а можно погладить, а можно сфотографироваться. Ну, в общем, скажем так, проявление любви уже начинается вот просто с присутствия собаки. А так, в основном, да, мы рассказываем немножечко о животных, о бездомных животных, что с ними делать, если вдруг подобрали, нашли. Ну и, естественно, общаемся, у кого есть домашние животные. Детки очень активно рассказывают. И, кстати, у некоторых по... множество животных и шиншилки, то есть это не по одному животному. То есть, к сожалению, в школе у нас нету предмета, где дети могли бы просто приходить и рассказывать, как провел их питомец сегодняшний день, неделю и тому подобное. Они очень активно, не хватает нам 45 минут, они бы с удовольствием рассказывали, как они дружат, у них есть вопросы, как подружить собачку с кошечкой, хомячка с попугайчиком и тому подобное. Поэтому для взрослых, как привить любовь к животным, ну, скажу так, если она уже не привита с детства, то очень сложно будет привить любовь. Мы проводим, ну, мы пытаемся по звонку. Есть очень много людей, которые не любят животных. Естественно, приходится проводить психологический, скажем так, тренинг в эти 15 минут телефонного разговора. Уберите собак, они гавкают, они мешают, они бегают. Приходится общаться, немножечко, скажем так, сглаживать конфликт, что сегодня гавкает собака, завтра будет гудеть машина, а завтра соседи вам будут мешать. В общем, пытаемся со всеми проводить индивидуальную беседу. Вот так вот. У нас залишається одна хвилина. Давайте наостанок, як і обіцяли нашим слухачам і глядачам, ще раз нагадаємо координати, за якими можуть скористатися з приводу стерилізації. Це номер телефону 067-807-0373. В робоче время з 8 до 17.00 приймаються дзвінки, крім суботи і воскресіння. Також на Фейсбуці є наша страниця, КП «Побутовик» так і називається. В личному сообщенні ви теж можете оставити заявку.
Отож, друзі, обов'язково долучайтеся до цієї програми і пам'ятайте про те, що все ж таки до тварин треба ставитися гуманно. На цьому ми дякуємо нашим гостям, завершуємо програму «Між нами». Говорили ми сьогодні про те, як реалізується програма поводження з тваринами у місті Запоріжжя, ну і про те, дійсно, чи можливо здолати таке явище, як безпритульність серед тварин, винятково стерилізацією. З нами були Анна Цяюкова, начальник сектора із захисту тварин КП «Побутовик» Запорізької міської ради, та Дмитро Мисак, директор ветеринарної клініки «Вєтмір». Дякуємо вам. Студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Снєжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».